Какой запомнилась нам наша Акулина Петровна Трайзе. Небольшого роста, светленькая, с сильным и звонким голосом, она всегда была в хорошем настроении, очень позитивная и веселая, всегда поддержит и поможет, поднимет настроение. Прошлый год унес ее от нас, неожиданно, и очень больно это осознавать. Мы встретились с дочерью Акулины Петровны Галиной Генриховной. Когда я в школе училась, у меня была гордость, возникла в один момент из-за того, что ее пригласили на республиканский семинар мелодистов, авторов, самодеятельных именно. Ну, я, наверное, тогда сильно и не задумывалась, что мама свои песни-то поет. А когда вот ее пригласили, она бабушке говорит, что она обязательно должна туда лететь. И вот тогда, наверное, у меня была такая гордость, что мама сама пишет песни, сама пишет стихи. И с Аллахи почему-то получилось, что она одна полетела. И вот это вот распирало, наверное. Акулина Петровна в первый раз была замужем за этническим немцем. Отсюда и немецкая фамилия. Молодые люди встретились и полюбили друг друга в далеких 70-х прошлого века. Планировали жить долго и счастливо, но судьба была безжалостна. Акулина Петровна осталась одна с маленькой дочерью на руках. Взгляд иногда бывает совсем другой в жизни, да? Какая-то, ну, эвены, они сами по себе такие тихие, да, скромные люди. А немцы, наверное, более такие, ну, не знаю, но есть, бывает. Чувствуется. Чувствуется. Угу. Мне даже супруг говорил, так, прекращаем немецкую кровь играть, разыгрывать. Ну, не знаю, я бывает. Ну, они, конечно, познакомились, когда папа мой служил. Но он отслужил и вернулся к себе на родину. А они на Алтае жили. А когда он вернулся и родителям рассказал, что там он встретил девушку, типа, пообещал вернуться, и я, типа, ну, мне надо, наверное, ехать. И, естественно, дед сказал... Ну, раз ты дал слово, надо действовать. Ну, короче, езжай. Он два раза обратно возвращался с Якутска, потому что погранзона же у нас была, и без вызова не принимали. Поэтому он даже билет не мог купить. Ну, на третий раз он вернулся. А когда он вернулся, ну, по-моему, мама встретила его. Ну, естественно, домой привела, и бабушка тоже мне тогда рассказывала, говорит, они зашли, твой папа сказал, что он женится на твоей маме, типа, вы согласны? А бабушка говорит, я же раньше, говорит, по-русски вообще не разговаривала, и сказала... Вот ее комната, идите и там спите. Ну, живите, она сказала, спите, но не знала. И вот, когда я уже взрослая была, ну, во время студенчества, она вот, ну, рассказывала и этот, всегда смеялась. Я бы сейчас так не сказала бы, говорит, я сейчас грамотная. Галина Генриховна, а как это расти в семье очень творческого человека? О, это вообще гуще событий всех получается. Но иногда бывало так, что мы даже и не знали, что у нее эти творческие порывы, где-то они выплескиваются, да. А потом я поняла, что она когда шьет, ну вот эти унты шьет, когда камус выделывает, когда тордох шьет. Вот в это время у нее вот это вот просыпается. Короче, один стежок, одно слово, два стежка, два слова.
как-то так рождается. Ага. Я, например, так думаю. А, ну, все знаете же, что она в 80-х годах, она, когда мы жили в Оленегорске, она организовала детский ансамбль «Чинделика». Естественно, мы туда ходили, я и моя сестра Маша, ну и другие дети были. Но что примечательно, в этом ансамбле участниками были дети оленеводов. Дети оленеводов, родители в стадах, дети в поселке учатся, живут в интернате. И там были и мальчики. И что примечательно, мы же сами украшали костюмы концертные, да, выступать. Вот через неделю выступать, мама все скроит, все соединит, все сошьет. А орнаментарий, она вот все подготовит. Мы, к нам приходили дети. Тогда у нас была квартира маленькая, двухкомнатная. В одной комнате бабушка, а в другой комнате мы. Я и две сестры, и мама. И вот в этой комнате, представьте, что там 10 девочек сидят, и все что-то шьют. А если неправильно узор уйдет, все обратно распарывали. Ну, как бы это мы на себе это ощутили. Ну, вот такие бывают, да. А когда большое мероприятие какое-нибудь, то ее практически дома не бывало. Она вся там. Пока до последней этой точки не поставит, там, в клубе. Дочь и мама всегда были очень близки. Такая неразрывная связь бывает только у по-настоящему родных людей. Дочь – это напоминание о самой первой любви, награда и память, гордость и отрада. Ну, я ей говорю, я прилечу в начале октября. Давай-ка, говорю, ты со мной полетишь. Ну, я дома теперь одна с маленькой дочкой своей. Она сказала, хорошо, полетим. Говорит, немножко мне надо воздуха с родной земли. Я, например, когда я маму увезла с собой, я увезла, похоронили мы ее, но у меня не было такого чувства, ну вот похоронили уже, она там, у себя на родине. Как-то, наверное, вот так вот забываешь, что ли, мне казалось, что она в городе. Она в городе. И вот когда, допустим, дочка моя младшая на соревнования сюда летела, я вот в своих этих закромах искала мясо или рыбу. Сын у меня спрашивает, ты что делаешь? Я говорю, я ищу мясо или рыбу. Зачем? Ну, чтобы дочь его везла, там же бабушка. И отсекла, ну, как-то, когда я сказала, там же бабушка, как будто сознание какое-то пришло. Там живешь, думаешь, что она здесь, а сюда прилетаешь, ее-то нет. Ну, тяжело, да, очень тяжело. Особенно тяжело, когда в год теряешь сразу двоих близких людей. Там еще боль не прошла, оттуда и ты еще в себя не пришла, а тут уже вторая потеря. Не знаю, как-то тяжелый год у меня был, дался. Основная творческая деятельность Акулины Петровны началась после переезда в город Якутск. Она была активно вовлечена в общественную работу, с удовольствием делилась своими знаниями и умениями. Начались поездки, гастроли. Сегодня на многих мероприятиях можно заметить ее костюмы, которые узнаваемы, и их невозможно перепутать с другими. На выставке музея можно было посмотреть небольшую детскую дошку из пыжика. Обладательнице этой дошки уже 20 лет. На такое тепло
Тепло и нежность исходит от этой небольшой вещи, бережно передаваемой от ребенка к ребенку. И вот эта вот теплота, вот это вот, ну, то, что она вот с добротой, да, она все это отдавала. Тут, наверное, больше ее открытость. Ее открытость, то, что вот она, вот, допустим, смастерила костюм, шила костюм и отдала. Вот эта теплота, наверное, вот в этом и есть, да? Душевность, открытость, с доброй душой, с чистыми помыслами она это сделала. И человеку отдала, подарила, допустим. И, наверное, поэтому и чувствуется, что вот бывает же иногда, вот костюм наденешь, да, как-то не в своей тарелке чувствуешь. А тут люди говорят, что надели и как будто всю жизнь с ней ходили. Акулина Петровна обладала уникальным даром. Могла на лету сочинить песню, спеть ее и отпустить в народ. И дальше уже они жили своей жизнью, становясь народными песнями, любимыми и популярными. Я когда совсем маленькая была, 6 лет было, и Гэдя говорила, ну, среди своих сверстников говорила. И потом отец вышел и сказал, нельзя мне, женщины не рожать, это нашему роду запрещено было. И я с тех пор все время тихушку делала. Где-нибудь соберусь и сама делаю. И мне очень нравилось, когда групп делали, я в групп ходила и сидела, и каждого слушала и смотрела под ноги, как они ноги делают. Сейчас я своих внуков учу и правнуков, и чтобы они, внучки все говорят, эти дети, дочки тоже все говорят. Как получится, так и пою. Вот на днях, не то что на днях, а перед тем, как сюда лететь, наверное, да, это за неделю, я вышла с работы, пошла на обед, иду домой. И прямо в голове такая песня одна у меня прозвучала. Иду и, ну, вспоминаю, мелодия-то пришла, иду и вспоминаю, вспомнила. Я зашла домой и этот... Раздеваюсь и сестре говорю, Маша, ну-ка послушай-ка, это чья песня? Она говорит, не знаю, чья-то, наверное, из местных. Я говорю, ага. А эта песня. Миньонгу дарангу гиркатникан джори джингалдиком нори тарыгам хочангу хэтникэн. Ну, я ей спела эту песню. Она говорит, первый раз слышу. А потом я вспомнила и якутский, я вспомнила и русский. Я говорю, все, это мамина песня. Я говорю, эту песню она пела в 87-м году, когда в Оленегорске проходил такой тематический вечер, вечер интернациональной семьи. Тогда мама уже была замужем за молдаваном. Ну, короче, там были якутка, бурят, эвенка, молдаван и еще кто-то они были. И вот она должна была другую песню спеть. Я тогда в 9 классе училась, кажется. А нет, 10 класс, это был ноябрь месяц. И она другую песню должна была спеть. Она должна была спеть песню, которую написала, наверное, ну, сочинила в 70-м году. Вот эта песня вошла в сборник песни «Оленьего края», первый сборник, помните, да? Mm-hmm. На эвенском, на якутском, на русском языке песни были северных авторов. Айкерек яты лати ванитиву. Челберси унгевен, ме
Вот эту песню она должна была спеть. А я после вечера-то спрашиваю, а что, говорю, эту другую песню ты спела, она говорит. Ну вот, из дома вышла, говорит, как раз, говорит, этот Володя, ну вот муж, ее вот так вот приобнял, и они пошли. И в это время у нее, пока они из дома до клуба шли, у нее вот эта вот песня появилась. Ну, вот эта вот песня «Орыл», «Габули Таңнялкан Орыл», она написала в 70-м году, и они в этот год, в марте или когда, у них тут был фестиваль-то республиканский, самодеятельности. И вот они с делегацией приехали, она эту песню исполнила. Это 70-й год, получается, 71-й. Она, у меня есть фотография дома. Они сфотографировались, и, ну, видно, что она мной беременная. И говорю, что вот этой песне 50 лет, получается. В 71-м году она первый раз исполнила. Но песни у нее, ну, вы же знаете, да, что песни у нее всегда посвящены какой-то дате, какому-то событию. У нее очень много песен, посвященных юбилею родного Улуса. Есть песни, которые она посвятила молодоженам. Ну, вот такие вот как-то по тематике у нее это все, вот эти вот песни. Вот. А все это у нее пришло, наверное, вот это выступление, пение ее. Это, наверное, все пришло от бабушки. Бабушка же ей все песни переводила. Якутские песни на венский язык переводила. И впервые на сцену она вышла, когда ей было 5 лет. Она ходила в клуб с братом старшим. Пока люди собираются, она на сцену выйдет, песенку споет, ей конфетки дают. Они с братом делятся. Потом этот, вот говорили, что у нее, когда она маленькая была, у нее голос был очень звонкий, и более как-то ее голос подходил, вот поют же эти в фильмах индийских, к индийским каким-то голосам такой звонкий был, говорят, голос. И даже было такое, что под бис ее опять звали на сцену, а она, естественно, уже конфетки поела, а брат ее платочками так вот вытерет ее лицо и опять на сцену. Вот она это вот все рассказывала. А потом-то эта бабушка тоже, бабушка же все время с нами же оставалась, когда она уезжала-то. На гастроли, на эти семинары, конференции. И вот бабушка иногда, конечно, возмущалась, но и мама говорит, хи именно тачин ориш диди. Это, ну, ты же меня приучила, ты меня это. И все. Сама на сцену. Да, и все, и это. Ну, бабушка что скажет? Ничего не скажет. Но сейчас можно сказать так, что, да, что-то все помаленьку, по этим покрупицам, что-то я переняла у мамы. Маша тоже. Брат у нас поет. Ну, он больше, конечно, русский, ну, современный, но он поет. Маша тоже поет. Ну, почему-то упор сделали на меня. Я пою. Хэча говорила в свое время, да? Ну, это еще, когда я в школе училась, не знаю, за что мне такая честь была. Хэча пела, танцевать никогда не танцевала я. Ну, и в постановках я играла. Маша поет, младшая сестра у нас была. Она тоже пела и хэджи запевала. Ну, как-то по чуть-чуть, понемножку у нас вот это есть.
И когда живешь вот в той семье, где почитается традиции, обряды, культура, вот это тоже у нас как бы есть, да, и это передается. У нее, конечно, с переездом в Якутск у нее стало возможностей больше. Вот именно для того, чтобы раскрыться как творческий человек. И, конечно, мы, например, мы очень рады, вот я всегда говорю, когда при каждом удобном случае, что мы всегда благодарны вот Музею музыки и фольклора, что то, что вот ее поддержали. Дом Севера тоже, она там тоже ходила, тоже поддерживали ее. Вообще вот, вот этой вот, кругу, да, людей, которые также относились, наверное, были какие-то, ну, интересы вот к культуре, да, что вот есть человек, от которого можно это все принять, да, получить. А у нее была, у нее появилась аудитория, которая ее слушала, да, и принимала то, что она говорит. И, например, я, как дочка, да, и другие аллайховцы, они, например, ну, гордимся тем, что вот эти вот праздники национальные, встреча солнца, цветение тундры, именно пришло вот в Якутск, потом республиканского значения из ее уст, из ее подачи. Поэтому мы даже как-то мы гордимся тем, что лепта внесена жительницей, носительницей, знатоком культуры венской именно с нашей северной аллайховской земли. Уходят безвозвратно по далеким тропам предков наши старейшины. И хочется верить, что оттуда с небес они наблюдают за нами и радуются нашим успехам. Лена окад бугунду найду кон тегет никан отер пуйон то никан яко найен рахинен турлен бихет гунема тачинэхни тачина айт гайрен айт.